Сегодня в программе. Кто виноват в семейных разногласиях? Брат! Жена на развод из тебя подает! Правда ли, что все охотники вруны? Удачно поохотился. Утка дикая. Три штука. И чем ответит жена на претензии мужа? А сейчас я живу с кухонным комбайном! Наша команда готова приступить к очередному расследованию. Денис и Дмитрий встречаются в условленном месте для знакомства с заявительницей. Денис, подъехал. Работаем. Принят. Здорово. Привет. Как настроение? Да все отлично. Внимание, идет девушка к нам. Вот в зелененьком курточке. Вероника Волошина, 31 год. Домохозяйка. Замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Очень приятно. Меня зовут Дима. Никогда не думал, что обращусь в подобную передачу, но... Бывает такое. Дело в том, что у меня муж охотник. Последний раз он привез лосятину. Я сделала котлеты и пригласила свою подругу Юльку. А у нее дедушка охотник. И она как бы этим мясом, вот она хорошо разбирается. Она попробовала котлеты и говорит, что это не лосятина, что это обычная говядина из магазина. Понятно. И что вам муж объяснил? Его спросили об этой вот говядине? Конечно, я ему сразу сказала. Говорю, Юлька говорит, что это говядина. А он говорит, что Юлька дура. Так как часто он ездит на охоту? Ну, почти каждые выходные. Ой, какой заядлый охотник. Ну что, давайте разбираться в таком случае. Понаблюдаем, на какую охоту он ездит. И будем держать вас в курсе дел. Да. Спасибо. Все, Вероника, спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй. Как глупо спалился этот мужичок. Да не говори. Ну, я думаю, быстренько прям проверим. Угу. Давай, звони. Леточка будет, не расходимся. Мы установили за мужем заявительницы наружное наблюдение. В течение нескольких дней слежки ничего необычного зафиксировано не было. Наступила суббота. Именно на сегодня у подозреваемого запланирован очередной выезд на охоту. Вот мужичок охотник, сразу понятно. Родион Волошин, 36 лет, репортер криминальной хроники. Женат, детей нет. Обычно Родион уезжает из города на пару дней с ночевкой. Пока нам неизвестно, как далеко находятся охотничьи угодья и каковы условия проживания на месте. Но наша команда заранее подготовилась к любым возможным неожиданностям, чтобы развеять или подтвердить опасения заявительницы. Летучая группа, внимание, объект находится у машины, будьте готовы следовать за ним. Дим, там жена вышла из подъезда, с ним нам подсобрала, что ли? Нам это не важно, работаем по объекту. Хорошо, работаем по объекту. Летучая группа, приготовились. Вряд ли Вероника действительно собралась вместе с мужем на охоту. Если бы женщина сама могла посмотреть, как Родион проводит свои выходные, она не стала бы обращаться к нам. Возможно, подозреваемый просто по пути подбросит жену туда, куда ей нужно. Свернули направо, следуем за ними. Атакуется он. Родион и Вероника приехали к жилому комплексу в районе по соседству. Мужчина остановился прямо у подъезда, высадил жену и достал из багажника две сумки. Так, дайте звучок. Давай, Зай. Ну, да. Маме, привет. Поднимешься, с мамой поздороваешься. Ну, она будет опять говорить, что ты игнорируешь. Все, не игнорируй. Его теща живет, понятно. Ребята ждут, обязательно заеду. Все, давай. Охота не ждет. Я жду давай, тебя пока. Завтра. Наш подозреваемый так спешил поскорее удрать к своим друзьям-охотникам, что даже не пошел здороваться с тещей и оставил супругу с сумками на пороге дома. Родион попрощался с Вероникой до воскресенья, сел в машину и уехал. Он сразу направился в сторону области и довольно быстро оказался за пределами города. Это группа Николая, мы ведем его. Как заезд остановитесь, доложите о месте положения. Через пару часов подозреваемый достиг места назначения. Слежка за Родионом привела нас на охраняемую территорию большого загородного комплекса. Наш объект проехал на стоянку, припарковался, вышел из машины и принялся доставать из багажника охотничье снаряжение. Дима, остановились. Пешехода готовим за ним? Готов, пешеход, он стоит.
Основные силы нашей команды остались на парковке, а пешеход отправился следом за объектом вглубь владения. Сначала нам предстоит разведать обстановку, а потом выработать стратегию, как постоянно держать под контролем подозреваемого, независимо от его перемещений. В том числе и тогда, когда объект отправится на охоту. Есть картинка с камеры Андреса. Сергеевич, здравствуйте. Его тут знают, похоже. Все хорошо. Где-то мои кореша. На ход уехали. За вами вернуть вездеход? Вы передайте водителю, чтобы он сломал его. Хорошо. Пешком тащится. Хорошо. Так, а мой домик свободен? Да, свободен. Сейчас уточню, когда будет готов. Что, опять не готов? Пока не готов, к сожалению. Давай, поторопись. Пока можно констатировать, что в этом месте Родион – постоянный гость. Мужчина не обманывает жену в том, что ездит с друзьями охотиться. Правда, сегодня он немного опоздал, и приятели уже отправились за дичью. Непонятно, почему подозреваемый не захотел, чтобы за ним прислали вездеход. Но, возможно, он просто устал с дороги. Алло, ну что там у нас с 14-м коттеджем? Внимание, у него домик номер 14. Хорошо, давай быстрее, это будет ждет. Родион Сергеевич, через час будет все готово. А, там что? А можно я плачу? С собой убираешь, что ли? Светуль, я тут оставлю тогда свои игрушечки. Все, как хорошо. Без стресса, хорошо, пожалуйста, побыстрее. Все, я все что давай, не скучай. Следуем за объектом. Дрюс остается на ресепшене. Пусть там потрется, может быть, узнаем, как в домик попасть, с камеры установить. Да, принято. Алло, Гульнара. А, гость вещи оставил, как закончишь, не закрывай коттедж. Сережа занесет. Нас удивило, что, уйдя с ресепшена, Родион вернулся к своей машине и снова куда-то поехал. Пока летучая группа следует за объектом, группа обвеса наблюдает за домиком, который готовят для нашего охотника. У нас должен быть небольшой временной промежуток для установки камер между уходом уборщицы и тем моментом, когда принесут снаряжение Родиона. Группа, внимание, уборщица уходит, начинаем обвес. Оперативно работаем, пока вещи Родиона не принесли. Принято, оставили дежурного человека на шухере. Оперативники с оборудованием поспешили в охотничий домик. Тем временем Родион доехал до ближайшего райцентра и припарковался у местного магазинчика. Странно. Он так рвался из Москвы на охоту, а вместо леса снова оказался в городе. Кому мог приехать сюда наш подозреваемый? Обнаружится ли в этой истории женский след? Все возможно. Продолжаем наблюдение. Так звук-то дайте с площадки. Родион, я не специально. Что не честно? Специально? Да ты не курс за мне продал? Я же тебе лосятину просил, а не говядину. Родион, брат, ты. Сам мне жена на разводу тебя подает. А слушай, это продаешь мясо. Это он ему продал говядину. Лосятины не было. Понятно, зафиксировали. Я компенсирую уткой. Ну, честно, не знал. Сейчас сезон на утку, что ли? Сейчас, да, сейчас только на утку. Раньше казать я об этом не мог. Вот не дам, только узнал. Вот это номер! Оказывается, действительно, не было никакого лося. И подруга заявительницы не ошиблась. Довольно забавно, что обманщик сам оказался обманут. Вот, Родион, все, пожалуйста, возьми. Точно утка! Утка, прям натурально. Смотри мне, тварь, если еще раз подставишь, я себе петуха сделаю, понял? Все, да. Все, спасибо. Спасибо. Тебе спасибо. Удружил. Извиняясь за недоразумение, знакомый подозреваемого принес ему уток. Теперь Родиону будет, что привезти с охоты. А нам нужно выяснить, почему мужчина лжет Веронике. Возможно, ему стыдно возвращаться домой без добычи? Наша команда следит за Родионом Волошиным. Жена заподозрила, что за его увлечением охотой скрывается какая-то тайна. Мы установили, что по крайней мере один раз подозреваемый обманул Веронику.
сказал, что добыл лося, а сам подсунул ей говядину из магазина. Сейчас, забрав у местного продавца несколько уток, наш объект возвращается на охотничью базу, где оперативники заканчивают установку камер в его домике. Как тебя, Олег? Все, сейчас кровать тут чуть поправлю. И можем уходить. Один камеру в работе, проверяй, пожалуйста. Да, сигнал идет, спасибо, ребят, сворачивайтесь. Самое главное Родион сделал. Он обеспечил себя добычей. Даже если охота не удастся, завтра он с гордым видом вернется домой и положит на стол перед женой магазинных уток. Вернулся на базу. Увидели видео. Наш находчивый друг снова вернулся на базу. Возможно, наконец-то он присоединится к своим друзьям. Вот и я. Ну что там, все готово? Все готово, да. Спасибо. Вещи там. Охотнички мои вернулись? Нет. А я вот удачно поохотился, видишь, утка дикая. По-моему, это не дикая утка, пожалуйста. Да. Внимание, пишем звук. Ты мне скажи, Нинка свободна сегодня? Нинка сейчас занята. Много китайцев приехало. Ну ладненько. Освободится, пускай наберет или зайдет. Все, хорошо, передам. Все, давай. Что это за Нинка интересует нашего подозреваемого? Очевидно, что она тут работает, но хотелось бы узнать, в какой должности. И почему Родион позволяет себе так фамильярно ее называть? Наш охотник попросил администратора убрать уток на хранение и отправился в свой домик. Работаем в домике, дайте сигнал. Похоже, сегодня Родион уже больше никуда не собирается. Мужчина устроился на диване перед телевизором с бутылкой виски. Он с кем-то поговорил по телефону, но из-за шума телевизора невозможно было разобрать ни слова. Очень скоро подозреваемый задремал. Устал, охотник, устал. Ну, идет какая-то баба. Да, фиксируем, зашла вовнутрь, дверь была открыта. Короткая юбка. Вот ты где. Привет. Просыпаюсь, я пришла. Тебя пока дождешься. Второго пришествия. Ну, извини, не обижайся. Да, давай, налей, пожалуйста. Так, привет, Даша, не любит. Эти китайцы, знаешь, они измором берут. У меня только силы остались. Да, конечно, ты что? Вероятно, это та самая Нинка, про которую подозреваемый спрашивал на ресепшене. Неужели Родион приезжает сюда для встреч с этой женщиной? Любовная парочка оказалась неистощимой на разные выдумки и резвилась до самого утра. Когда Нина покинула домик Родиона, уже начало светать. Наш охотник, утомившись от любовных игр, заснул крепким сном. Денис и Дмитрий ждут заявительницу на месте событий, чтобы рассказать ей о предательстве мужа. Дим, Коля, в минуте от тебя. Принял, спасибо. Так, казалось бы, история простая, да? Несложные подозрения, и все так быстро вскрылось. Мне кажется, он пришибет этого продавца мяса. Потому что, по сути, все началось из-за того, что лось оказался говядиной. Кстати, ты прав. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Вероника. Ну, наверное, вы поняли, что мы вас не просто так сюда вызвали. Здесь неподалеку находится ваш муж. Здесь загородные коттеджи, лесополоса, где люди охотятся. Вот, правда, Родион до охоты так за эти сутки и не доехал. Ни разу. Давайте по порядку. Вчера мы видели, как он ходил в магазин, где покупал мясо. Очевидно, что добычу он вам привозит не с охоты, а из магазина. Ну, такой обман помог нам вскрыть факт измены. Смотрите. Девушку зовут Нина. Вчера вечером она к нему пришла. Но она работает здесь, судя по всему. Да. Произошло то, что вы видите. Сегодня утром она его оставила. Ну, очевидно, это систематически происходит. Где это? Сейчас он в своем домике, спит. Проводите меня, пожалуйста. Давайте проводите. Будет операция. Прямо сейчас наша команда сопровождает заявительницу к домику мужа, чтобы расставить все точки над «и» в их отношениях.
уже. Нормально так. Ребята, у нас там движение есть какое-нибудь в доме? Да, Димон проснулся. Халат накидывает. Родион! Я знаю, что ты там, открывай! Пошел к двери, внимание. Что, он одеться просто? Да. Добрый день. Ух. Да охотился! Здравствуйте, Родион. Да охотился! Кирилл, давай, заходи в дом. Я потерял, Слышь? Что слышь? Они записывают все, что ты здесь что делал. С какой? С такой! Ты посмотри, какая... Нина, твоя! Да давайте, пройдем. Здравствуйте. А вы кто такие? Это программа опасности. Да не какая программа? Так орать хватит, Родион! Все на стул! Сидеть сюда вообще. Ладно? На стул. Ни дома не можешь, хозяйка, быть здесь мне еще мозг нужен. Заткнись! Твой муж рассказывает. Что за цирк, что за маскарад? Наша программа занимается расследованием. Вы причёрлись ко мне фактически в дом. Да мне плевать, чем вы занимаетесь. Перед вами ваша жена, которая имеет право знать правду, согласитесь. Пускай знает, что хочет. Что она знает? Хочу поговорить. Она знает все про эту девушку, которая у вас вчера была в гостях. Нина зовут девушку. Вот я заженился на нормальной девушке. А сейчас я живу с кухонным комбайном для кухарки максимум. Из-за нее я не 70 лет, в конце концов. И мне иногда хотя бы надо. А не слушаешь, что голова болит по вечерам и по утрам. Нравится? Сексом своим, занимайся со своими тарелками дальше! Тебе плохо жилось! Ты закончил? Да, у них накипело давно. Все. Вещи можешь не забрать, я их выкину. Выбрасывай куда хочешь. Пошел! Денис, мы уходим на улицу, одна группа. Проедь приняли на улицу. Вали за ней! Она же вас наняла! Давайте, давайте, тут... Руки убери! Руки убрал! Успокойтесь, Родион. Ну, вас камеры фиксируют. И что? Ничего. Я у тебя дома. Я имею право. Новый дом у вас скоро. Сейчас, простите, просто. Он сейчас не выглядел как человек, который будет просить прощения и жалеть обо всем. Вы можете меня до дома довезти? Да, конечно. Пойдем. Спасибо. Ты чё, я вас понимаю, так когда поденем? Ты что, как... Ребята, мы не выйдем из дома. Не плевьте на меня. Давайте выходим, здесь истеричка у нас. Быстро отсюда, пошли! Где отсюда, пугаина? Выходим, выходим, Кирилл. Давай, идем сюда, выходи. Не надо. Успокоился. Да успокойся ты, закрывай дверь за собой, все. Ты убери свою фоту. Что ты меня толкаешь, а? Кирилл, все. Ребят, наблюдение не снимаем, когда съедет, тогда все снимем, оборудование. Да, мы не пойдем сейчас. Вероника подала на развод. Чтобы справиться с переживаниями, женщина устроилась на работу. После угроз Родиона нашей съемочной группе, его лицензия на оружие была аннулирована.